Всем здравствуйте! Это я, пенсионерка из Крыма. Сегодня я хочу показать вам свою входную зону у калитки. У меня началось второе цветение роз. Они, как всегда, прекрасны. Посмотрите на них. Какие они красивые. Правда ведь? Очень красивые. Названий, правда, роз я не знаю, потому что они покупались на рынке. Но согласитесь, они прекрасны. Вот такая красота, как может не радовать. Правда ведь? Посмотрите на эту желтую розу. Согласитесь, она ведь такая красоточка. Просто залюбуешься ей. Я показала вам свои розы. А на прощание хочу сказать, помните, что самое главное – это здоровье. Берегите себя и будьте здоровы!